вами телеканал «Кватро 24». И сегодняшняя наша программа «Разговор с экспертом» проходит с великолепнейшим человеком Дмитренко Иваном Моисеевичем. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте, Иван Моисеевич. Расскажите немножко о себе, так скажем, что вас связывает, вообще, что такое IT-технологии, к чему мы идем, зачем они нужны нам, IT-технологии? На моя вся жизнь связана с компьютерами. Я окончил МИФИ, Московский инженерно-физический институт, и сразу же занялся программированием. Это было в 68 году. Вот все время я связан с программированием. Работал на всех типах машин. На БЭСМУ, в Академии наук работал, да, на Минск. Еще начинали с очень простых, набивали простые, просто коды делали, в кодах писали программы. То есть на пульте управления Минск 22 набирали программы. И так прошел всю жизнь. Да. Работал в закрытых организациях, программировал в основном организационные программы, то есть связанные с управлением предприятием, большим предприятием. Бухгалтерия, кадры, материалы, финансы и так дальше. Значит, вот когда в последнее время, значит, пошли машины, сначала настольные компьютеры, да, потом пошли планшеты. И вот когда я ушел на пенсию в 73-м году, в 2003 году, я, значит, увлекся вот айпедами, то есть планшетами. Они наиболее соответствуют моему, так сказать, стилю работы. Это очень хорошие устройства. Они очень легко приобретаются программы, легко списать с магазина программы. И, значит, главное, что имеется хороший доступ к интернету. Дело в том, что интернет в настоящее время является основным, так сказать, тенденцией, очень важной тенденцией использования ресурсов, возможности человека. В интернете сейчас подключаются практически все устройства, начиная с ноутбука, планшета, мобильных устройств различного и так дальше. Значит, поэтому, значит, в последнее время меня заинтересовали возможности интернета в смысле заработка. Интернет позволяет осуществить мечту человека, быть свободным от начальства, зарабатывать нормальные деньги, быть свободным от денег и так дальше. И вот эта возможность меня сильно заинтересовала. Я начал писать программы, начал искать возможности в интернете, изучил в течение вот нескольких, трех месяцев, изучал все возможности вот, в смысле заработка, то есть программы или, значит, так, возможности заработать, возможности, значит, получить новые знания. Это, меня как человека это очень интересует знания. То есть я очень люблю процесс освоения, обучения. Да? Я все время интересовался, как можно использовать интернет для обучения. Поскольку у меня двое внуков, я очень хотел чем-то им помочь. И вот, значит, эта возможность привела меня к тому, эти потребности, спросы человека привели к тому, что я понял, что человек может быть свободным от денег, он может быть свободным, значит, в смысле достижения любых своих целей. В чем заключается это? Значит, вот эти возможности, они заключаются, что человек должен теперь уже всю жизнь учиться. Ясно. Да. Хорошо. Ну, я так понимаю, что один из таких вот влиятельных инструментов является Skype. Это видеовызовы с устройства на устройство, вы можете видеть друг друга через расстояние. И стоит это копейки. Значит, вы пользуетесь Skype? Skype? Да, вот еще Skype. Skype очень мощный инструмент и очень полезный инструмент для общения. Когда вы создаете команду, самое лучше всего общаться по Skype. По Skype можно вот с экрана, можно показывать экран, вот сейчас его нет, экран, значит, можно показывать экран, все, что творится на экране, да?
все, что сами программы можно показывать на... Он не забыл. Так, ну, надо будет мои подводочки. Ты с крупным планом с ними как не сиди. Понятно. Ну, это сейчас он не работает. Ну ладно. Нет, ну я говорю, что все, что делается на планшете, на компьютере, да, и тоже на ноутбуке тоже, можно показывать. То есть люди, которые это самое слушают тебя, кроме того, ты все рассказываешь. Кроме того, у меня имеется, значит, в интернете есть, значит, комната для презентации. Кабинет, вы имеете? Да, есть. То есть я могу собирать там до 200 человек. Значит, если мне надо побольше будет людей, да, можно, значит, дополнительная зарплата. Это плата там $8, да, стоит. Увеличить плату в два раза, допустим, да, у вас будет два раза больше. Да, в 16 долларов в два раза больше. Хорошо, почтой пользуетесь в интернете? Обязательно тоже. Почта очень хороший инструмент для пользования. Вот когда я, значит, у меня человек регистрируется в моей системе, да, я ему сразу отправляю почту. Прошу его, даю свой e-mail, да, то само собой, потом Skype даю, даю, значит, да, и он имеет возможность, да, сразу со мной связаться по Skype. Очень быстро делается, по Skype связывается. Скажите, Иван Алексеевич, а в социальных сетях у вас есть какие-то ваши странички? В социальных сетях, ВКонтакте, там, Одноклассники, социальные сети? Да, я пользуюсь просто так, в качестве рекламы, то есть там ну есть, да, у меня есть Facebook, есть, да, ВКонтакте есть Одноклассники, есть все мне. То есть, в принципе, это работает, выходить. Это тоже может работать. Это тоже как инструмент можно использовать? Тоже можно свои изложить в это свои вот понимания, позицию, свою, да, проблему, скажем, сегодня с кем ты работаешь, предлагать людям свои услуги, да. Одним словом, это целевая аудитория. Совершенно верно. Хорошо.